Привет, друзья! Ну что, жена выгнала сегодня на природу, кухню забрала, сказала, мне нужней. Ну, я не расстраиваюсь. Будем делать на пленэре. Главное, подготовить себе рабочее место. Ну, а там можно работать где угодно. И что же мы сегодня сделаем? Темное, пшеничное, немецкое, вкусное, отличное пиво. Дункель Вайцен. Опа! Ну что, все готово. Что же у нас есть? Пшеничка соложенная 3 килограмма. Пилснер 2 килограмма. Карамелька светлая. И карамелька темная. И 100 грамм у нас шоколадной пшенички. Вот такая у меня стройка здесь. Неоконченная. Но это не мешает нам проводить процесс варки со всеми удобствами. Старая моя плитка, подключенная к газовому баллону, создаст нам идеальные условия. И что же у нас по технологии варки? Итого, солода. Пилснер 2 килограмма, пшеничный солод 3 килограмма, светлый карамельный килограмм, карамельный темный 300 грамм и пшеничный шоколадный 100 грамм. Хмель будем использовать перле 28 грамм, дрожжи наш любимый G12. Нахерячил я их полный холодильник, поэтому будем использовать. По паузам. Пилснер пшеничный и карамельный светлый засыпем на 45. Потом поднимем до 52, и с середины этой паузы я возьму отварку и буду варить ее 30 минут. А пока у нас основной затор пойдет по основному пути. Потом подниму отварочкой до 75 и всыплю сюда карамельный темный и шоколадный. Вот, и 75 у нас 30 минут будет. Хмель. Хиллертау перле 6 грамм за час до конца варки, 13 грамм за 30 минут до конца варки, 9 грамм за 15 минут до конца варки. Расчетная горечь 9-10 IBU, не сильно горькая должно быть. Все, в погреб поставлю 14-15 градусов, будет бродить. Ну что, начинаем? Первым делом ставим воду греться. Воду я опять купил роганскую, не получилось у меня купить другую. Ну, сделаем немножечко одну хитрость. Вот сейчас вливаю 19 литров. И набрал 10 литров с обратного осмоса. Практически дистиллированное. Будем разбавлять. Кстати, есть же pH-метр, и мы сейчас замерим воду роганскую, pH, и с обратного осмоса, соответственно, тоже pH. С долларом у нас дистиллированная с осмоса, с
цветочками у нас роганская. Так, смотрим, роганская наша вода. Ох, ни хрена себе. 7,8, 7,7, 7,6, 7,5. Падает. Ну, больше не упало. 7,3, а нет, 7,2. 7,2. Ну и что, смотрим наш доллар, вернее осмос. Шесть и семь остановилось. Нормальная разница. Ну что, так, а я смешал и надо померить. Теперь общую воду. Семь. Ага, у меня есть медовый уксус. Обычный мед с водой. Уксусно-кислое брожение. Получается замечательный медовый уксус. Отличный натуральный продукт. Можно добавлять в салаты, консервации, куда угодно, как обычный уксус. Очень хорошо себя проявил. Сейчас померяем его pH. Ага, 2,7. Я думаю, в самый раз. Тем более, что я буду засыпать только базовый солод и пшеничный. И получится у нас закисление 0,3, 5,4. Самый такой оптимум универсальный для всех сортов пива получится. Сначала по традиции вкусовые солода. Кофе и корочкой хлеба. Очень замечательный запах. Так, температура 45. Начинаем засыпать. Сразу что же у нас с pH? Да. 4,9. Закислил, скотина. Это получается pH было 5,7, а солод закислил до 4,9. Ни хрена себе. Что-то совсем не по-книжному. Или пшеничный солод так дает кислоту. Или мальтироп просто такой кислый. О, пока мерили-шмерили pH-миаж. Оно до 52 и нагрелось. Ну и сразу густую часть затора в отварку пустим. Чем больше прокипит, хуже не будет. Так, самую густоту. Вот, всю гущу.
чтобы каша у нас вот эта вот разварилась, чтобы все вкусняхи с нее достать. А вот и солод мальтюроп. Газ можно побольше, и пускай она у нас варится, варится, варится. Так, 20 минут прошло, наши пептидазы. Так, отварочку нашу уберу. Сейчас отнесу на кухню, и там пускай варится. А эту поднимаем, основной затор, до 63 градусов. Так, немного потесним пирожки. Ну, отварочка тоже важная вещь. Ну, а пока нагревается, можем подышать свежим воздухом, отдохнуть на природе. Так, 65. Еще один нюанс, я же карамельный светлый не добавлял сначала. Темный и шоколадный, понятно, я буду на последнюю паузу добавлять. Но карамельный я сначала не добавлял. Потому что карамельные солода, вообще все вкусовые, лучше на отварку не брать. Потому что начинает кислить и горечь там непонятная получается. Поэтому я сейчас на осахаривание вношу килограмм нашего светлого карамельного солода. Так, 65 градусов, 40 минут постоит. За 40 минут упадет у нас до 62. Ну, то есть все в наших нормах, нормально. Можем перетаскивать нашу отварку обратно и здесь уже ее добивать. Ну и можно поставить нашу промывочную воду греться. Затор затирается, можно пойти и попастись на огород. Ну что, 40 минут прошло, пока мы лопали ягоды. Соединяем нашу отварку с основным затором. Сразу же вносим наш шоколадный и темный карамельный на последнюю паузу. . 73 градуса получилось, на 2 градуса не добрал. Ну, в принципе, по оптимуму нормально. Скотобазы спят. Миворь, спим? Ага. Бегемот? Ага. Я понял тебя. Так, все паузы прошли. Йодную пробу берем. Отлично, все осахарилось. Будем фильтровать.
я думаю. Ничего лучше, чем зарядка на свежем воздухе. Нет, есть все-таки свои прелести на природе. Так, а что у нас здесь варится, пока мы спортом занимаемся? А? Красота! Первые полчаса варки без хмеля. Все белки коагулируются от дубильных веществ самих оболочек солода. Поэтому всю эту грязь и белок лучше убрать, меньше потом бруха будет. Пенку убираем. Ну, в принципе, полчаса у нас прошло. Начинаем первую партию хмеля нашего. Перле. 6 грамм. А, пошла нога. Ну что, хмель закинули, и опять на турничок можно подкачаться. А, хорошо. Вторая закладка, 13 грамм. Ох, вот это нормально. Ну и третья закладка хмеля нашего. И все. И чилирок сразу же. Вот и варочки конец. Кто слушал, молодец. Наберем праймера. Баночка горяченькая. Пока он раскаленный, все микробы здесь сдохнут. Все, несем на охлаждение. А? Работает система. Так, ну что, где-то 23 градуса нам хватит. Сколько у нас плотность нашего сусла? Где-то 10.41. А что у нас 10.41? Это 10% плотность. Вот такое вот. Не сильно крепенькое будет.
Дункелька. Наш Дункельвайцен забродил стандартно 40 часов и стабильно. Температура 26 градусов. И переносим мы его в погреб. Потому что в погребе тоже поднялась температура, там уже 17. Самое то. А будет еще температура 34-35 на улице. Я думаю, еще и в погребе до 20 будет. Так что, если не хотим получить эфирную бомбу, срочно в погреб. Кстати, надо же глянуть, что там, какая пена. Блин, а куда ставить-то, а? Все забито. Фух. Вот так. А температура, кстати, у нас практически 18 градусов. Итого получается у нас Дункельвайцен, пшенично-гречневый, эль, медовый мутаген и медовуха. И все, места нет. Надо срочно пивоварню открывать. Ну вот, доза нашего Дункельвайцена готова. Доброго времени суток, друзья. У нас вечер. Все прекрасно. Конец рабочего дня. Самое время продегустировать наш Дункельвайцен. Созрел он у нас. Остудил я его. Как раз абрикосики наши пособирали. Есть чем закусить. Так что будем отдыхать. Сразу запашок пошел хлебный. Эх. Красота, а? Цвет отличненький, мутненький, пшеничка натуральная. Запах свежей корочки хлеба. Вот так вот достает. Пар пошел и корочкой такой свежей хлебной жареной. Класс. Все, пробую. Непередаваемая, с кислиночкой, с горчиночкой такой. Ну, горчиночка не хмелевая, а горчиночка такая вот, как у хлебной корочки бывает, так
такая очень приятная хлебная горчиночка. И запах такой карамельно-хлебный присутствует. Хмеля, да, хмель есть, чувствуется, но на нем акцента нету. Именно вот такая хлебная корочка. Класс. Очень мягкое пивко. Приятное. Обалденное. Класс. Класс. Очень легенько. 10-10.5% начальная плотность. Очень легенькая, летняя, неплотная, но в то же время такой пустоты нету. Вот очень насыщенная, скажем так, вот тело такое мощное, хлебное, солодовое. Прямо ешь, не наешься. Замечательная пенка, мелкая, плотная, отличное пиво для летнего вечера, такое слабенькое, легенькое, но не пустое, очень округлое, насыщенное, душистое, хлебное. Очень приятно. Карамельный вкус. Карамелька, хлебная корочка. Ну, просто высший класс. Мне очень понравилось. Очень понравилось. Хорошее пивко. Можно делать. Многие пугаются, черный цвет, горькое, не любят. Ну, тут же черный цвет у нас 100 грамм чисто для цвета. Он вкус абсолютно не портит. Вот такая вот пшеничка получается. Просто она для запаха. Очень классно. Очень. Ну все, делайте хорошее пиво, отдыхайте после работы, наслаждайтесь своими трудами. Всего хорошего. Пока.